идите фронтально партнеру. Вы четко получите по голове. Рука опускается как раз на уровень вашей головы. Строй команды. Поменяем. Теперь смотрите. Задача оказаться не с этой стороны, а задача оказаться с этой стороны. То есть фактически вы должны стоять в одном и том же камае и смотреть в одну и ту же самую сторону. Теперь следующий этап. Держи крепко меня за плечи. Для новичков, тех, кто боится так падать, вы держите партнера за плечи крепко. Партнер, смотрите, опускается вниз и берет вас не на уровне бедер, не на уровне колен, а как можно ниже. Вот здесь. Следующий нюанс. Ваша задача не поднимать партнера, иначе можете спину сорвать. А задача движением выдернуть ноги из-под партнера. Гриш, держи меня и не падай, хорошо? Запомнили? Шумночек, айкятушек.